Приветствую вас, любители техно-новинок и гаджетов. Сегодня мы находимся в кафе «Булковский», где состоится презентация нового Samsung Galaxy Note 3. Пойдемте посмотрим на него поближе. За этой линейкой, вот, и третий, в принципе, не разочаровал меня, очень понравился. Итак, вот он у меня в руках, белый экземпляр. Сразу хочу заметить, что несмотря на то, что у него стал дисплей немножечко побольше, теперь это 5,7 дюймов, внешне он не кажется громоздким, он стал как будто бы уже, потому что рамки стали тоньше. Помимо Galaxy Note 3, Samsung сегодня презентует еще одну классную новинку. Свои классные смарт-часы. Вот они сейчас на Ване Глущенко. Как первое впечатление? Первое впечатление, они мне определенно нравятся. Особенно оранжевый вот этот ремешок, особенно камера, особенно динамик на внутренней стороне. Особенно дисплей. Ну, я не знаю, что выделить, что мне не нравится. В общем, я определенно их хочу. Если не потестировать, то, может быть, даже купить. Вот. Вот так вот. В принципе, мне очень понравился. Ну, в целом, традиции они оставили Note 2, то есть это флагман компании. Очень понравилось, что они увеличили диагональ экрана. На самом деле, на картинках он выглядел огромным, но он в руке он чувствуется отлично, и это радует. Как тебе новый Samsung Galaxy Note 3? Впечатлил. На самом деле, я давно уже задумывался, у меня Galaxy Note 1, я хотел уже поменять на 3, и прям ждал момента, когда уже он выйдет, потому что 2 я пропустил. И приезжать сюда, я еще увидел вот эти замечательные часы, и я вообще обалдел. Дорогие друзья, официальная часть нашей сегодняшней презентации подошла к концу. Сегодня компания Samsung презентовала свой уникальный новый смартфон. Это Samsung Galaxy Note 3. Спасибо, что были с нами, что досмотрели видео до конца. С вами был Данил Иванов, специально для Гонза.